Приветствую всех. Сегодня у нас небольшой анбоксинг. Здесь у нас есть мастер Pyraморphix от компании Шэнгчжоу и от компании Кубин Классрум. Но открывать мы будем вот этот мастер Pyraморphix. Компания YJ решила выпустить свою версию. Давайте сравним с этими. Он в цветном пластике. Здесь есть инструкция. Кстати, и на инструкции, тоже, кажется, впервые я вижу, нарисован именно мастер Pyraморphix. Мы все прекрасно знаем, что эта головоломка является лишь шейп-модом кубика 3х3 стандартного. Кстати, вот коробочка. Интересное изображение. То есть трешка, Pyraморphix. Это как подкожаная сделана картонка. Хорошие упаковки стали делать в YJ. Хвалю. Так, ну посмотрим саму головоломку. В отличие от этих версий, здесь появились вот такие вот выступы. Ну, видимо, для того, чтобы лучше цеплялись пальцы или приятнее держать в руках. Но в связи с этим головоломка кажется крупнее. То есть я из-за этих же элементов никогда не любил мегаминксы от компании YJ, Кубин Классрум. Они казались более крупными, ну и крутятся они не так хорошо, как хотелось бы. Все те самые Юху и прочие. У них Гуанху, их три вида было. Ну, решил я купить вот этот Pyraморphix. У меня всего лишь два. Именно 3х3. А также 2х2, 4х4, 5х5 есть. И мне всегда больше нравился от компании Шэнгчжоу. Хоть он и подвержен иногда вылетам элементов, он какой-то такой приятный, благородный. От Кубин Классрум тоже был неплохой. Но его я крутил мало. Возможно, он еще не притерся. Ну, выглядит поскромнее. Здесь пластик какой-то такой матовый. Матовый, но не противный. То есть он блестит не так. Ну, видимо, не будет царапаться. Кручение вполне достойное. Я его сейчас, наверное, перемешаю, но собирать не буду. Хоть это и шейп-мод кубика 3х3, но собирается дольше. Просто из-за неудобства вращения и ориентации центров. То есть их нужно ориентировать, и вот каждый раз вот выравнивать вот так вот. Соберу его как-нибудь за кадром. Для мастера Pyraморphix вращается вполне нормально. На удивление, даже неплохая головоломка и достойная альтернатива этим двум. Хотя все-таки цвета в Шэнгчжоу посимпатичней. Такие же цвета есть на кубике 3х3 Rainbow Шэнгчжоу, но кубик там так себе. А вот Pyraморphix и выглядит хорошо, и крутится хорошо. Ну вот в такое что-то превращается наш мастер Pyraморphix компании YJ. И вполне хорош. Так что брать можно. Можно брать. Ну, если вы любите матовый пластик и выступающие элементы. Эта головоломка не является официальной, поэтому здесь каждый на что гораст, то и делает. Ну и собирать ее можно время от времени. Ну вот, соточку я на нем, наверное, откручу когда-нибудь, но не в ближайшее время. На этом, наверное, все. Всем спасибо, всем пока.